Куба-пираты. Сдавайся! Что ты? Сам сдавайся! Кубики не сдаются! Бадминтон – это совсем простая игра. Вы должны бить ракетки по валанчику, не давать ему упасть на землю. Понятно! Не должен упасть! Тогда поехали! Это был последний валанчик. Луна в иллюминаторе, луна в иллюминаторе, луна в иллюминаторе видна. Что такое? Очень интересно. Похоже, вода кончилась. Ну что же, мне нужен новый колодец. Ну, кубики, что теперь будем делать? Лера, кубики, привет! А я пират! Помогите! Монстр! Что такое? Монстр? Привет! Кубики, вы что? Это же Стасик! О, Страшнеслав стал еще страшнее! Да, я страшный, потому что я настоящий пират! Вот! Настоящий пират? Простите, а я тогда кто? Настоящие пираты! У пиратов всегда есть корабль, в который они плавают. Одеваются они в бело-голубую полоску. Одежда такая несовременная. И шляпа у них всегда какие-то перья. Глаз они закрывают, потому что это по-пиратски. Компании пиратов вообще дружные. Если они не дружные, тогда могут подраться. Танцы они, конечно, делают. Праздник какой-нибудь там, День пиратов. Если у девчонки пирата или мальчишки мамы была пират, тогда они, возможно, учились у мамы пирата. Им хотелось, и они стали пиратами. И потом все пошло ла-ла-ла-лай. В общем, пираты – это такие веселые дяди, которые плавают на кораблях и ищут сокровища. Так, нужно найти источник воды. Ага, отлично, обнаружена вода. Так, новый колодец я построю в форме ракетоносителя «Протон-2». Что такое? Ой! Ох, сколько раз я обещала себе аннулировать данную свалку. Колодцем займемся позднее. Для ликвидации свалки мне понадобится помощник. Эх, эх, эх! Перед вами гроза морей, капитан Станислав! Монстр Лера! Мы тоже хотим быть настоящими пиратами! Да! Хотим быть пиратами! Как Страшнеслав! Стасик, прими свою команду! Пожалуйста, Страшнеслав! Стасик! Во-первых, я не Стасик, а Станислав. Во-вторых, у меня нет ни пиратского корабля, ни карты сокровищ. Эх, я не настоящий пират. Бедный Страшнеслав. Никогда ему не стать настоящим пиратом. Никогда ему не стать. Бедный монстр. Нет у него корабля. Нет у него карты сокровищ! Стоп! У моей бабушки в лаборатории полно всяких карт. Наверняка хотя бы одна пиратская. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о луне она. Бабушка, привет! У тебя, случайно, какой-нибудь пиратской карты сокровищ нет? Валерия, не мешай мне, пожалуйста.
Я работаю над созданием робота-уборщика Альберт Эйнштейн. Бабушка, а это карта сокровищ? Пожалуй. Вода является настоящим сокровищем природы. Подходит. Срисуем. Так, здесь кривое дерево, а здесь крестик. Ну как? Да, похоже на пиратскую. Я принимаю вас в команду, и мы отправляемся на поиски сокровищ. Ура! Ура! На поиски сокровищ, на поиски сокровищ. Так, сокровища я люблю. Ой, только нам надо переодеться в настоящих пиратов. Стасик, подожди нас здесь. Кубики, за мной. На поиски сокровищ, на поиски сокровищ, на поиски. Я не Стасик, а Станислав. Я вашу пиратскую карту подменю на непиратскую. И все сокровища достанутся мне. Ищите теперь свои сокровища. А вот и мы, Куба, пираты. И мы готовы идти искать клад. Забивай нашу Куба пиратскую искалку. Мы идем, мы идем, мы идем. Клад, а обычный металлолом. Эх, ни клада, ни корабля. Пойдемте отсюда. А мне жалко Страшнеслава. И мне. Кажется, я сейчас заплачу. Стоп, пираты не плачут. А корабль будет вам настоящий пиратский корабль. Кубики, запевай пиратскую песню. На пачке реет черный флаг и волны под кормой. И раздувает паруса на ветер штормовой. Не страшен нам девятый вал, мы приключения ждем. Откроем сотни островов, клады все найдем. Капитан Станислав, команду! Пираты, слушай мою команду! Все на борт! Большое. Теперь я настоящий пират. До завтра, капитан Станислав. До завтра. До завтра, монстр Лера. И Маша. Детская площадка? Откуда? А где же моя свалка? Ничего не понимаю. Над мачтой реет черный флаг, и волны под кормой. Хай-хо, хай-хо. И раздувает паруса на ветер штормовой. Хай-хо, хай-хо.
А вот и клад для самого настоящего пирата. Я иду к тебе, мой милый кладик. Что такое? Вода? Зачем вода? Я не хочу воду! Где мой клад?